Польша – единственная большая страна в мире, жители которой понимают нужды, заботы и тревоги жителей Эстонии вообще без слов. Этот пассаж из выступления главы эстонского правительства лучше всего свидетельствует об уровне отношений между нашими странами. Они, по признанию сторон, просто прекрасные и даже образцовые. Потому на сегодняшней дежурной пресс-конференции звучали в основном взаимные похвалы и любезности. Глава польского правительства, например, подчеркнул, что Эстония успешно справилась с кризисом, в том числе благодаря переходу на единую евровалюту, введение которой в Польше, в свою очередь, вопрос времени. Жители Польши сказали «да» переходу на евро на всенародном референдуме, так что вступление в еврозону для нас вопрос решенный. Все будет зависеть от готовности нашей экономики к этому шагу. Мы внимательно наблюдаем за Словакией и Эстонией. С нового года будем следить за тем, как пройдет переход на евро в Латвии. Словом, готовимся. Дональд Туск одобрительно высказался также и по поводу планов Эстонии переманить к себе из Литвы базу истребителей международной воздушной полиции, в миссии которой поляки принимают активное участие с самого создания в 2004 году. Литва же не поддерживает идеи такой ротации и выступает за сохранение ныне действующей системы. Польский премьер сегодня заявил, что Польша не имеет ничего против такой ротации, если только, конечно, Таллину удастся договориться с Вильнюсом. Сам пан Туск побывает в литовской столице уже завтра, где намерен обсудить с министром экономики Римантасом Цилиусом перспективы строительства атомной электростанции, являющейся предметом серьезных разногласий между двумя странами. Дмитрий Кукушкин, Тит Карк, Первый Балтийский канал.